Итак, что мы имеем? Несколько дней назад прошел снег. Сейчас у нас хороший сухой снег. Однако он уже взрыхлен. Смотрите, что я сейчас делаю. Вперед руки, вперед ноги. В конце поворота выбрасывайте вперед поочередно руки и ноги. Это один момент. Второе. Эти лыжи специально разработаны для входа в поворот, поэтому просто немного наклоните их и позвольте им самим проехать сквозь снег. Я повторю. В конце поворота ноги и руки вперед поочередно. Это первый этап. Второй этап — нужно заставить лыжи вырезать снег. Для этого необходимо немного наклониться в сторону, а не вперед, и не поворачиваться. Начнем сначала. Когда завершите поворот, помните про руки и ноги. Следите, чтобы ноги и руки шли вот так. Когда они восстановили равновесие, выбрасывайте руки вперед, но следите за балансом, особенно в этой части. Это первое. Второй момент. Нам необходимо, чтобы лыжи шли прямо. Для этого мы используем поворотные характеристики, имеющиеся у этих коротких лыж. Они легче идут на склонах за счет своей маневренности. Показываю еще раз. Посмотрите с этой позиции. В конце поворота руки и ноги вперед. Второй момент. Мы хотим легче проходить снег, как бы врезаясь в него, а не работать ногами, пытаясь утрамбовать снег сверху, что само по себе нелегкая задача. Эти короткие лыжи предназначены специально для выполнения поворотов. Здесь очень важно помнить одну элементарную вещь. Если хотите кататься так, как я вам показал, нужно сменить лыжи. Пока вы катаетесь на 190-сантиметровых, у вас постоянно будут проблемы, поскольку эти лыжи слишком длинные для выполнения поворотов. Вам необходимо 174-сантиметровые. Попробуйте теперь сами. Это прекрасная гора Уистер. Я Боб Батлер. Оставайтесь.